Да, слушаю. Иван, говори. Вот есть такие слова в Библии. С плачущими плачь, с радующимися радуйся. А в другом месте радуешься, живите, как не радуешься, а плачущий, как не плачешь. Как это совместить? Я не совсем понял. Ну-ка, кто переведи там дословно. Михаил, точно передай, что он говорит. Слова как сочетать слова «плач с плачущими» и «радуйся с радующимися», когда в другом месте говорится, что не радующиеся, как не плачущие? Ну, первое, значит, разобрать. Раз мы одинаковые, мы сочувствуем друг другу и серьезно плачем. Когда сообщили о гибели Саула, как Давид плакал? И когда расставались с Иоаннафаном, они как плакали? Но, говорит, Давид плакал больше. И когда кто-то рассказывает о какой-то беде, мы сочувствуем. Вот когда сбросили атомные бомбы на Хиросиму, ну не надо забывать, что это война была. И хорошо отзываться об японцах-то не разрешали. В Японии, в Америке-то, как сейчас, допустим, в другой стороне воюют, но плохо сказать нельзя, иначе тебя, говорит, потянут. И вот учительница одна, она и говорит, вот когда сбросили атомную бомбу, там были школы, все загорелось, упало, и там такие же дети. Она им рассказывает, не говоря там, что это в Японии это было, и рассказывает так, что дети сочувствуют и заплакали. Когда вырасту, я так делать не буду. Видишь, как воспитывает? Вот этот вопрос. А радуешься, тут можно понять уже, как все радуются. Ну и мы поздравляем тебя, у тебя там кто-то. Хотя потом обратиться в плач. Кто-то обрадовал Иеремию, отца, и говорит, у тебя сын родился. А он говорит, проклят тот день, когда и тот человек проклятый, который порадовал отца моего. Какое горе, я не могу сказать людям. Какие взятки везде идут. Как страну ограбили, миллиардеры только все везут и везут за границу. И он плачет. Я ничего не могу сделать с этими людьми. Так, вот это с радующимися радуйтесь. Дальше что? А как тогда понять эти плачущие, живите, как не плачущие? Ну как, вот я рассказал с плачущими плакать, а дальше-то я не пойму вопрос. Михаил. Так это по-другому сказано. Ну пускай в другом, как именно? Как там говорит? Ну, с радующимися радуйтесь, с плачущими плачьте. А в другом месте сказано, радующиеся живите, как не радующиеся, а плачущие, как не плачущие. Ну, это к тому, чтобы к этому не привязывались. Имеющие жену должны быть, как не имеющие. Дальше это перечисляется. То есть ты радуешься, у тебя что-то там, радость, прибыток какой-то. Не радуйся, сегодня так, а завтра так. То есть это все настолько временное, что сильно к этому не предавайся. А раньше у них было так. Умер, когда Яков, у них, кажется, 40 или 70 дней плакали во всей стране. А сегодня определенно говорит, там еще такие нас ждут перевороты, перетрубации-то, что мало не покажется. И поэтому с радующимся мы порадовались, поблагодарили, но радуйся, как не радующийся быть. То есть настолько временно это все. Вот имеем дом, это приятно, но ты не радуйся. Сегодня есть, завтра нет. У тебя сегодня вот такой ребенок хороший, завтра его не будет, сильно ты не прилагайся. Вечное только то, что невидимое. Господь Бог, Его Царство Небесное. Возлюби всем сердцем Творца твоего, никогда не потеряешь и никогда не раскаешься в этом. Остальное все временное. Вот она такая. Какая она такая? Ну, вот такая. Ну, ты натянула кожу только так-то. Внутри-то мы не видим у человека, сколько обманено. А вот она его прессила. Он посмотрел там у ней контуры. Такое все хорошо. Но ты рядом идет бабушка, посмотри, немного времени, она будет такая же, согнется. А в это время какая-то там покажется тебе такой же. Там, может быть, не лады в семье. Не радуйся. Потому что дети непослушные. Наказать их не дает, именно инвестиции отбирают. Мало того, посадят тебя, как в Америке, за своего же ребенка. Так что не радуйся сильно. Вот все. Так, а вот Ефесянам, 4 глава, 7 стих и ниже. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Посему и сказано, восшед на высоту, пленил плен и дал дары человекам. А восшед означает, как не то, что он не сходил прежде,
преисподние места земли. Вот непонятно, что значит «вошед на высоту, пленил плены, да и дал дары человекам». А вот дары человека. Человек состоит из тела и из души. Вначале Бог сотворил тело, ну, из глины. А Адам означает «красный». Это понятно делается. А потом вдунул дыхание жизни. Поэтому первичное – это тело. И когда человек Адам согрешил, все человечество впало во враждебное отношение с Богом. Вот есть такое, что ты помолись, Бог простит. Это разные религии, там везде есть такой мусульман, у буддистов. Нет. Я вам скажу выражение, которое тебя подвигнет на исследование Писания. Бог никому никогда ничего простить не может за так. Не может. Бог не может солгать. Не может отречься самого себя, Павел говорит. Итак, почему? Потому что грех не прощается. За него надо возмездие заплатить сначала надо. Какое? 6.23 римлянам говорит, возмездие за грех – смерть. И поэтому все шли в преисподние места. А когда Христос пролил кровь, а потом вознесся на небо, вознес наш начаток, начаток, то есть тело, он был воплощенный. Его ангелы не видели, может, миллионы лет, миллиарды, неизвестно. Но ангелы, он показал себя, как пишет Павел к Тимофею, показал. Они воспевали «Свят, свят Господь Саваоф», а никого не видели. Они его увидели впервые в яслях. Слава Вышних Богу на земле, мир, человек и благоволение. Ангел сначала один, а потом воспели ангелы. И вот когда ангелы-то воспели, вот теперь к этому мы и прицепимся. А как к нам относится? Когда Христос вознесся на небо, образно воображаем, наш начаток, тело, потому что сначала Бог глину сложил, начало тела, и тело, наш начаток, он нам подобный стал во всем, как человек, и будучи Богом одновременно. И Отцу Небесному показывает на тело, на раны свои, чтобы нам понятно было. И говорит, я умер за эти грехи их. Я умер за весь мир. За тех, которые были, которые есть и которые будут. И жертва его столь велика и страшна, что если бы было тысячи галактик, тысячи земных шаров, искупления хватило бы на всех. Вот как мы должны понимать. И поэтому, если он искупил нас и вознес туда начаток тела наше, и поэтому он теперь, Бог, Отец, примиренный с нами, Бог и Иегова, посылает дары Духа Святого. А раньше как не было этого, ищет поклонников в Духе Истине. А как, разве апостолы не были в Духе Истины? Нет, они были в Духе, но не в Истине. Духовно они понимали, они смотрели вдаль, понимали это. Считаем мы у пророка Исаии, 1 глава, особенно 53 глава говорит. Но они все понимали в образах. Вот ягненок. Евангелие от Иоанна 1:29 говорит, вот и Агнец Божий берет на себя грех мира, ягненок. Если бы там не было жертвы за грех, а та жертва только напоминала, то мы бы и не знали, как Христос Агнец. Агнец, а как невеста? И покажу невесту Агнца, в Откровении написано. То есть у этого ягненка невеста есть, а невеста – это церковь. Христова 1:18, послание к Колоссянам. И теперь все у нас вот так вот и сошлось. Он, сойдя оттуда, в преисподние места вывел оттуда из ада. 4 глава, 6 стих. Послание апостола, первое послание апостола Петра. И дал дары. Теперь он примиренный. Дает дары, потому что мы искуплены кровью Христа. А без пролития крови нет прощения мертвым. И он посылает нам дары, и мы их принимаем. Дары спасения, жертва, причастие, крещение. Вот это понятно? Да, аминь. Вот все. Ну, это не мое. Я это у всех святых отцов считал, и поэтому переполнены этим. Меня лучше не трогайте, а то я разольюсь так от моря до моря. Это хорошо. Спаси Христос за молитву. Спаси Христос. Игнатий, а с какого века субботу вечер стали считать воскресеньем? Как только Христос воскрес, в первый день недели. Собирайте деньги первый день недели. Для причащения собирались первый день недели. А первый день недели – это не понедельник. Понедельник – второй день. Он понедельный. Как называют? А почему понедельник? По – это за.
Вот мы говорим, Христос говорит, иди за мною, а в славянском гряди по мне. По мне мы понимаем как-то, а это за ним. И поэтому воскресенье называлось неделя. А вся неделя называлась седмица. Понедельник, то есть за неделей идет, за воскресеньем. И оно указывало на то, что Бог сотворил мир и почил отдел своих в седьмой день. А теперь, говорит, творю все новое. Там было внешнее, теперь самое главное – уподобление Богу. Будьте святы, как я свят. Бог совершил человека, и теперь новое творение делает – возрожденного, подобие Божие, будьте подобны, как Отец Святый, как Отец ваш Небесный Святой. И вот отсюда теперь и понимаем, он где был в пятницу, распятый на кресте, а душой сошел в преисподние места. Субботу там был, там. И воскресенье он воскрес, то есть наступил покой. Христос трудился в пятницу на кресте, в субботу в преисподней, а воскресенье рано воскрес. Все новое, и почил отдел своих. Там, а то, что творил человека, Еву там сотворил, а потом уже почил отдел своих. Суббота, шаббат, покой. В Новом Завете Иисус упокоился отдел своих, когда вышел из преисподней. Никто не знает, в какое время надо петь «Христос воскрес». На пасхальную ночь. Но поют так, в 12 там, часу, первый только чуть-чуть начинается, несколько минут, пять, и уже поют. Это понятно? Да. Это вопросы, это Иоанн Златоуст описывает, это не я. Я его насчитывал 12 томов, составлял каталоги, ну и я его раз, наверное, на 5 и на 6 прометелил. Так что запомнилось. Вот в субботу мы идем в храм вечером на литургию. Да. Нет, литургии такого... вечером нет литургии. Ну, она ведь служба вечерняя. Служба она вечерняя, стоит... да, уже воскресная, но не литургия. А с какого времени ее стали считать именно воскресной службой? Вот по местному в 6. А что касается поста, работы с 12. Тут на 2 календаря работает. На 2 календаря. Поэтому вечером уже считается воскресное местописание. А у нас святые отцы, Игнатий Тихонович, постановили во Вселенских соборах, что именно если 3 воскресные службы, ну то есть прогулял, то идет там от учения как-то. Да, 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 воскресная, воскресная. Именно, не субботняя служба, а на воскресенье служба, когда 3 раза воскресенье подряд не был. А за субботу нету, поэтому пропускают люди. Никакой эпитемии нету. Все понял. Спасибо, Христос. Аллилуйя. Неделя это переводится как ничего не делать, да? Ну, делать как праздник. Праздник называется праздно. Празднословие, то есть пустословие. А это означает праздно, ничего не делая, праздно. Ну, отдыхание, покой тоже самое, суббота, да? Ну, вот как мы это сказали, умирает. Как сказали, так и есть. Для нас воскресенье. А в первой апостольской церкви иудеи, они 2 дня, субботу, ветхое творение отмечали, Бог почил отдел своих. И новозаветие, когда вышел Христос из преисподних, а почил отдел своих, творя нового человека, творю все новое. Я вам сейчас посылал замечательных людей, людях получили? Там меня спрашивают в университете, вопросы были. Такие книги есть. А я сказал по христианству. Я вам еще посылаю, так вы считаете или нет? Я еще не читал. Игнатий Тихонович, там с фильмами и отрывки с Нового Завета, с Библии, да. С Евангелием. Вот это последнее было. Да, нет, сегодня я разослал. Мне задают вопросы. Вот у безбожников есть такая серия книг Максима Горького, или под его именем. Вот такие-то революционеры, то они делали. А у нас, у христиан, это есть или нет? И я отвечаю, что есть. А потом говорю, лично у меня кто? А что у вас, любимчики есть обязательно?
Так а разве это справедливо? Это Божье усыновление. И говорит, тут был ученик, которого любил Иисус, а еще других разве не любил? Но Иоанна он любил больше всего за юность его и за высокопарность вопросов. Да, я вот сейчас открыл, есть, прислали, я еще не открывал, не смотрел. Да, вот так. Это там. А я тогда отмечаю, кто, какие люди возле меня были. Я замечательными людьми их считаю. Кто-то считает... В конце стих. Ну, вот кто-то считает кого-то там, писатели, поэты, депутаты, летчики, герои. Ну, и я не отрицаю. Я говорю, какие у нас в церкви. Это Павел, Златоуст. А дальше, какие у меня есть и какие люди меня окружают. Я недавно выставил как бы маленький, не ролик даже сказать. Вокруг меня 40 Владимиров. По 10 с каждой стороны. Это мэр города. И когда погиб, на его место опять Владимир. И вот сколько Владимиров у меня есть, и с которым живу Владимир. 40 Владимиров. А что, нормально? Вячеслав тут вот в нашем содружестве только показал, кажется, 47, что ли. Или это... Нет, они в этом месте. В другом он там говорит. Там Александров. Владимиров. Я за всю жизнь... 83 года. Никого не мог назвать так вот рядом. Игнатий, подойди сюда. То есть мне ни один Игнатий не встретился. И поэтому обращение Игнатия, я не знаю даже это как. Вот у меня старший брат был Самуил. Самуил. Брат моложе меня на 5 лет. Иоаким, священник. У матери 3 брата было, на фронт уже не вернулись. Макарий, Филарет, Эммануил. Ну, сейчас же ни одного такого имени в школе не встретишь. У отца сестра была Пелагея, а муж у нее Наум. Ну, у отца моего 2 брата было, это Стефан и Амос. Ну, нет, это у нас в деревне, вот у старосты, старший сын Терентий, а второй сын Иеремия. Как, музыка какая! А здесь у нас... Собаку, говорит, палку брось, в Наташку попадешь. Ну вот так. Имена надо давать по календарю и смотреть, не выбирать. Вот интересно как. У нас редко такой был епископ, имя его Евтихий. Вот поминают, Евтихий. И он оказался в один день со мною, день рождения. И потом... пришли. Вот чтобы Игнатий, а потом еще Игнатий да Тихонович, это не встретить. Но оказалось, мы бились, а здесь Крестовозвиженская церковь, нашли планетарий там. И спрашивал, нигде ничего нет. А потом мы нашли, там архивы, видимо, было, что она принадлежала к старообрядцам, и священник был, Щучалин, Игнатий Тихонович. Это вещь немыслимая, это на миллиард, наверное, не найдешь так. То есть мы пришли туда... Повтор. Это Господь, что нам дал. То, что уже было, там люди погибли, расстреляли, а мы пришли на их место. И имя все повторилось. Показывают, на машине ехали родители, и, я не знаю, там машины разбились, 3 у них было. Кажется, 2 мальчика, девочка. Ну, возраст был там 3 года, 6, там 2 года. Ну и погибли дети, они плакали, молились. И рождаются дети в такой же между ними промежуток и похожие на фотографии, как будто это те же самые дети. У Иова погибло 7 сыновей, 3 дочери в один день. Когда погибли, а когда Бог его уже возвысил, опять родились 7 сыновей, 3 дочери и такие же красавицы. Вот как Бог делает. Игнатий Тихонович, ну? А вы не подскажете? А вот эти скачивайте, я вот еще не могу ваши там фильмы посмотреть. А есть тут братья, которые могут скинуть сюда вот? Ну, давайте обратитесь, тут знатоки есть, пусть подскажут. Я не умею, я просто скинул, люди смотрят. А бывает некоторые... А может быть... Я, ну раз не открывается, как не открывается, она должна открываться, потому что это взято из интернета, это несчастная лавочка. Вот, я фильмы там показал, которые скинул.
Ну, там не заблудитесь, эти фильмы это фильмы ставили не православные, мормоны. Но я взял те места, где они там не вылазят, а прямо по Евангелию. Главное, цитируют точно по синодальному переводу. Вы прям на файл, вот открываете файл, и там будет из Ютуба ссылка. Вы прям на нее нажимаете, и она открывает на Ютубе, и вы смотрите его. Это отрывки из Евангелия. Не спаситель Христос. Я вот спрошу вас, я насчитывал 2 раза Библию синодальной, 77 книг. Ну, это еще до ареста было, на катушке магнитная. Которые были тогда. Ну, у меня все изъяли, там испортили, они размагничивали. Вернувшись оттуда, я снова насчитал Библию и архипелаг ГУЛАГ. Это 3 тома. У меня на насчитку полной Библии и архипелаг ГУЛАГ ушло ровно 30 дней. А то, говорит, просчитать нельзя. Просчитать и насчитать – это большая разница. И вот сколько мне говорят, я, говорит, на вас натолкнулся сегодня один ночью. Вы так считаете? Я, говорит, как будто первый раз слышу. У него покаяние идет. Почему? А потому что я верующий. Ни музыки там, ничего нету. Кто слышал? Нет, если не слышали, зайдите на наш сайт. Там все есть. Сайт. У кого нету, на меня брякните, я сразу скину все данные. Я сделаю это. Насчитана вся Библия. Там ее разбили даже по главам. У нас в аудио огромный ресурс. Я насчитал 12 томов Златоуста, их все оформили, поставили, они стоят. 12 томов Жития святых, 1170 биографии. Тоже каталоги составил я и насчитал. 5 томов Добротолюбия, 4 книги Григория Дьяченко. В общей сложности примерно 50 томов моим голосом в интернете насчитано. Один говорит, вот считают там это, архипелаг ГУЛАГ, там про тюрьмы-то. Ну, так это. Я, говорит, стал вот этого слушать, на меня, говорит, это считает зэк. Он считает, как будто там сидит. Вот как. Один говорит, он считает так, говорит, ударение делать неправильно, его к стенке поставить надо, расстрелять. А другой хвалит, говорит, ничего подобного не встречал. На всех даже Господь и солнышко его не угодит. Ну все, ухожу. А что значит, Игнатий Тихонович, слова «Вы должны привести книгу Кокоритеев»? Вот эти слова, которые вы сказали, я не расслышал, я глухой. Кто-нибудь переведите. Вы должны превзойти книжников и фарисеев. Ну да, что про значит? Них считаем мы, какие они. Фарисеи давали десятину. Все там есть. И скажет человек, а в Новом Завете про десятину не говорится. Как так, когда не превысишь, а они давали. Проклят, кто не платит десятину. И проклятием проклята вся страна. Это мы считаем 2-3 главы Малахии, пророка. Мы должны его превысить. Вот мне Бог, я хвалюсь Господом, не подумайте, что это мое. Это благодать Божия. Я обратился когда, а в это время я работаю на корабле в 23 года. Здоровье 100%, туда хиликов не берут. И в это время я обратился к Богу. И на первом-то домашнем собрании было, они сектанты, и они говорят, там написано, что я услышал о десятине. Я такой ревностный был. Вот, и я сразу про себя подумал, я буду платить 9 десятин. Вот, человек 100 1000 заработает, 100 отдать надо на церковь, священнику. А я решил так, 900 буду отдавать, а 100 себе. И поэтому всегда работал на 2-3 работах. И так прожил жизнь 60 лет. Ревность. Наша праведность должна превысить. У меня квартира, у меня на квартире всегда квартиранты были. Вот он рядом, Игорь Дебунов, 14 лет. Ни с одного, нигде, ни одной копейки. Никогда. И даже не подумал бы. Я хвалюсь Господом моим. Это благодать Божия. И нужно как-то где-то что-то подработать, сэкономить. Бывает, люди приезжают, бывают больные. И чтобы мы нашли, первые услышали, поскорее поспешили и помогли. Наша праведность должна превышать их, больше делать. А
тогда вот так задам вопрос. А как можно превзойти книжников, если человек неграмотный, допустим? Вот раньше же много было людей неграмотных. Неграмотный как может знать? Как он может превзойти книжников, если он неграмотный? Ну, надо считать и спрашивать. Вот вы спросили, теперь вы знаете. Если считаете книгу Тавит, 1 глава, 6-8 стихи. Там написано так. Я, говорит, платил 3 десятины. И наказано, куда он платил. А остальные даже в храм не ходили. Вот как. Я это хотел знать, и мне Бог дал это. У меня практически молитв нету неотвеченных. Вот. Недавно одна тут, ее сейчас нету, я не вижу. И она говорит, муж ушел, у меня столько ребятишек на руках, я не знаю, что делать, она там не работает только так. Ну, ты примешь его? Да ну, как не примешь? Ушел к другой. Помолитесь. Я помолился, она говорит, он пришел домой к вечеру, лег на кровать и говорит, никуда не уйду. Я говорю, да я еще сваха какая, что ли? Одна подошла ко мне тут у нас, в общем, не говорит. Вот я вышла замуж за него, да уже в годах такая-то, мне уже 50 лет. А мама говорит, он очень хороший, выйди за него. Ну, я маму послушалась, вышла, а он такой сейчас, такие-то дела делает-то. Помолитесь, чтобы как-то было. Я говорю, ну как? Ну, я помолился, она утром приходит, говорит, он помер. Помер ночью. Да я что вам, киллер какой? Я сказал, Господи, смири его, им трудно с тобой и с ним жить. И Бог знает как. Вот вчера кто-то просил, у него авария была на дороге где-то, помолиться. Я сразу написал, хорошо, утром встаю, благодарность, а моего там ничего нету. Просто я помолился днем, а потом ночью вспомнил. Я хвалюсь моим Господом, что вот берет негодный сосуд и он ставит на подсвечник его. Спасибо, Христос, Игнатий Тихонович, за ваши молитвы. Мне вот и детские же все. Ах, ты появилась! Скройся! Я не думал, что ты догадаешься. Ладно, во славу Божию. Ну, вот такое дело. Кто уезжает, куда звонят, там по-разному, там сделали. Вот сейчас поехал человек наш, там, где книги выпускают. У другого там на работе что-то, третий заболел, ребенок, температура. Это же все Бог делает. Наша молитва ничего не значит. Но Бог слышит и отвечает. Так, все, отхожу.